Только за этот год на территории нашей республики зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей грузовых автомобилей. Поэтому инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками технического и автодорожного надзора решили провести профилактический рейд. В этот раз для проверки выбрали кольцо у силикатного завода. Значит, сегодня в рейде у нас выявлено нарушение со стороны водителей грузового транспорта. Один из водителей не использовал карту водителя, которая необходима для тахографа, для осуществления мониторинга режима труда и отдыха водителя. Это очень важно для того, чтобы у нас водители и работали, и отдыхали в соответствии с требованиями, которые предъявляются. Отсутствие карты водителя – не единственное нарушение шофера. Мужчина был не пристегнут, а на его транспорте загрязнены номера. Регистрационные знаки должны читаться, и вот не должны быть загрязнены внешние световые приборы. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Это легко устранить. После разговора с автоинспектором водитель грузовика сразу приступил к устранению проблемы. Так, за рейд было выявлено 6 нарушений. С каждым из водителей провели беседу и выдали буклеты с напоминанием о правилах дорожного движения. Ознакомьтесь, почитайте, пожалуйста, полезную информацию. Госавтоинспекция Карелии рекомендует владельцам грузовых автомобилей следить за техническим состоянием своего транспорта, не допускать нарушений требований законодательства и правил дорожного движения. Любовь Цыганова, Сергей Беляев, служба новостей.